Шнуренко, я организатор этого мероприятия под названием «Мелочевка». Обычно это мелочевка, сегодня это вип-очевка, потому что с нами собрались сегодня ребята, которые продают вип-вещи, одежду, украшения, еда. Да, вот вип тоже еда, эко, чистая. Вяленые томаты, это безумно вкусный хлеб, сладковатый. Пришли люди, которые, может быть, стеснялись участвовать на мелочевке, потому что мелочевка все-таки такие более дешевые вещи. Здесь замечательные винтажные вещи. Вот там туфельки прикрыли, которые бы я сама с удовольствием прихватила. Мне кажется, такой в стиле пажа. Очень здорово. Японские высокие ботинки, которые, мне кажется, в Москве не встретишь вообще. Дороже, чем на мелочевке. Молодой человек за сколько их продает? За 7. За 7, мне кажется, они стоят того. Они совершенно великолепные, не московские, прекрасные. На мощного, дерзкого мужчину. Чем хороша, здесь нет